Я оказался. Пофан хайбор на гумбе старак. А, винит. Халмана бин. Блин, шмура, чеха ахлот он мне грей, хали гапуда, ама, айрон меша. Спасибо. Майлис, шудич, как не бабушка? Ну, обстанешь, не, нам бы такая прям девушка наша. Бо, я бы сонечка дамы. Пюре. Ага. Серус, пюре, мехлет. Фанди! Зара, бед бега, пюре, фанди! Как зовут тебя? Там красава, может, гумер, 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 что? Ничего. Я не вам. Я не тебе говорю. Сюда, да, это не а такой еще двух пинкур. Короче! Что ты добавляешь ему? Это рецепт госпожи Кэмбер. Эфири хаттана, я в тесте. Барак эфир на кадесе там. Хорошо. Развивает тоску. Попробуй на вкус, очень вкусный. А мия отдам чеку кадесе там уша. Я позволилась. Блэй, мардон. Пан Ши, ты мама мера сабля мута гнатны. Ты можешь на русском. Ты можешь на русском разговаривать, пожалуйста? Я слышала этот разговор по телефону. Почему? Ну что же, все знает. А вот это плохо. Ладно, Юсуф, помните. Он знает, что ты здесь ни при чем. Но и у вас... Чхали, кадей. ...побежал и донес об этом понимал. Кто? Не беспокойся, что они... Угу. Он сказал? Ага. За столько лет я узнала, как... Бро, быстро! Хорошо, бро. Дара, все это буквы. Что мне? 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 Что Любви? Не дай я вам хариту в тесте о чем. Ты замужем, красавица, нет, конечно. Моя дорогая, береги себя, о, кукла, шара, пари, руш, газ, она мне не нравится. Габность, габность. Разве замужние девушки сидят в таких местах? Я думаю, но у меня есть парень. Да. Это значит, что подумать вам не нравится. Смотрите, я не получал это. Мы еще говорим, мы не ждем совещания, пожалуйста. Да. Я лучше тебя. Особенно. Ты очень разозлился. Совсем не разозлился. Он тебе хороший. И судьи мне попадают всевышнего. И парень, и жених. Ну, получается, да. Да. Только я очень зла, что парень разрешает тебе находиться, да. Он мне доверяет. Значит, я себя думаю. Нет. Не дай бог. Мама, мама, мама.
Пусть ваш сын приближит меня, а больше мне ничего не нужно. Попробуй так сказать. Я так, что получается? Ты говоришь, пойти поговорить. Ага, догонатки. Туда Индия дальше. Чи? Мали. Вот вы зачем это туда? Я знаю, ты же мне говорил. Я еще помню, что я не забыла. Слушай, мама. Жизнь моя. Сакма, Лиза! Сакма! Что случилось? Зачем ты звонишь? Приезжай к нам домой. Скоро приедет Кипер. Посмотри, как его приезжает. Не поеду. Ну как бы сейчас же ты разрешил, правильно или нет? Сейчас же, вот в этом месяце. Сиушаш бистед мана учат на апатом, на хохарт, мана ягон хонагьот. Если ты меня перепутал со своими родными, то это уже твои проблемы. Долбоёблин. Что тогда это сделал? Я не знаю. Если хочешь, я объясню. У меня к тебе предложение. Приезжай к нам. И дом посмотришь, и уладим проблемы твоей подруги. Сделаем все, что нужно насчет того. Я хотела пойти к брату. Не будем упускать этого архитектора. Приходи, и я отвезу тебя к брату. Обещаю. Хорошо, тогда до встречи. И я стараюсь. Пока, жизнь моя. Они этого не достойны. Мамочка, я могу прийти? Мама, я журнал по дизайну. Вы скоро пожалуйтесь. Нужно переобновать комнату Юсуфа. Садись. Давай вместе посмотрим. Благодарю. Я в этом не разбираюсь. Меня устраивает все, что вам понравится. Не мне решить, дорогая. Как ты любезна. Ты надела? Тебе понравилось? Очень изящная, госпожа Камиль. Еще раз большое спасибо. Было украшение с большими камнями. Ты очень утонченная девушка. Я решила, что тебе не понравится. Какая он шкадей? Спасибо. Кубня. Зачем ты пришла? Я из себя поводу буду не хотела. Я хотела поговорить. Ой, стой, Маша, там охренеть. Вообще хорошо. Ходит, вы много хабышка, наш бей, мон. Мон, дай же. Дай джамон, нарезу. Что без настроения? Не норм, что это кажется? Пусть на счет смотрю, что написать причину. Это для сети магазина. Нужно провести предварительное исследование. Укажем, как задать. Он не выставит на счет. Выставит, выставит. Я сообщу, не надо. Ладно, в чем твой такой счет? My heart is down. Прошу предварительное исследование для сети магазина. Мы обсуждали с господином Сильным затратами. Мама! Why? Пусть изучат. Why? Возьмем тебе директора по производству. Если тебе дело повалится. Что скажешь? Было бы хорошо после. Я разузнаю, если найду кого-то подходящего, дам тебе знать. Давай выпьем чай. Пошли. Мамочка, поверьте, я не знаю. Если бы я знала, я бы остановила его.
Но я попытаюсь понять, папа. Вы сказали, найдем подходящую работу. Он по-своему истолковал это. Вы станете сватами. Может, он не хотел прогибаться под вашей деятельностью? Не знаю, но я правда не знала. Хавар. Даже если это и так... Спасибо. Ты чё, офигел? Обязательно для него что-нибудь сделаем. А? Неужели они будут жить в бедности, а мы закрываем глаза? Назря, мать, красивое тело. Мы не такая сильная. Нахант. Именно это я и хочу сказать. Когда вы такие добрые, кажется, что мы пользуемся вашей добротой. Мама, сама это хуже. Я очень рада, что мы одинаково думаем. Мы будем...